Привет! Витёк здесь, и я пришел опять играть в Стивена. Ага. Ну как опять? По крайней мере, посмотреть на Стивена. Тут новая игра вышла, называется Unleash the Light. Освободи свет. Мы с вами в атаку света играли. Спасение света я только обзорку сделал, потому что игра не набрала лайков, там просмотров. Ну, если здесь тоже не наберет, так же не буду играть дальше. Вы же знаете, у меня все просто. Так что хотите продолжение, не забывайте ставить пальчики вверх и комментировать этот видосик. Ну, а это... Освободи свет. Поехали, посмотрим. Вообще, по отзывам говорят, что эта игра выбрала все лучшее из предыдущих двух и все худшее убрала. Так что посмотрим, что это будет. Ой, ничего, трехмерная какая-то стала. Правила. И вот, готово. Представляю вам правила Стивена Юниверса для ликвидации Империи в Третьей Эпохе. Что думаете? It's very nice. Ой, какой голос. What do they say? Очень мило. И что в них говорится? Let's see. Посмотрим. У алмазов больше нет власти, колонии самоцветов свободны, независимые планеты. Самоцветы должны сложить все свое оружие. О, я уже установил контакт с колониями Желтого Алмаза и начала разоружение. Она поручила мне проследить за всем лично. О, отлично. Но не забывай, что ты больше не работаешь на нее. Ты можешь помогать, если хочешь, но это твой выбор. Ты теперь свободна. О, да, конечно. Вот только закончу с этим последним делом. Все это так волнительно. Надеюсь, все получится. А что касается оружия, остаются еще призмы. Призмы? Погоди, ты сказала во множественном числе? Да, конечно. По-видимому, одна призма уже выведена из игры, но две другие все еще остаются активными. Однако пока мне не удалось связаться с Пироп и Демонтоид. Пироп? Демонтоид? Если они не ответят на наш ультиматум, можно послать батальон, чтобы отобрать их призмы силой. Да, точно. Мы просто уничтожим их, чтобы продемонстрировать новый курс на мир. Нормальные такие. Нет, больше нельзя применять силу. Нет, разрушением. Помнишь? 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 А, ну да. Так что же тогда делать, Стивен? Думаю, что знаю, кто справится с этим. Это не жемчужина, это самоцветы. Мы здесь. Это место определенно выглядит необычно. Вперед, друзья. Нам надо найти две призмы. Она такая вообще, смотри, какие у нее бицухи на ногах. Как это называется-то? Лягухи какие у нее. Да, давайте сделаем это. Это самое боевое. Нажми и перетаскивай, чтобы переходить из комнаты в комнату. Вау. Это типа для мобилок, что ли, игра? Щелкни по сверкающим объектам. Банч, банч. Печенье, кокошка. Частично восполняет здоровье. Вкуснятина. Ползем дальше. Опа, опа, опа. Битуха начинается. Световые конструкты. Должно быть, они созданы двумя оставшимися призмами. О, озвучка пропала. Не думаю, что сюда дошли известия о разрушении. Привет, малыши. Я знаю, что в прежние времена прямо сейчас началось бы сражение. Но нам больше нет зачем драться. Идет третья эпоха. Мы теперь все на одной стороне. А им пофиг, походу, дело. У нас нет выбора. Они были созданы для единственной цели. Но попытка была неплохая, Стивен. Она вообще как мужской голос у нее почему-то. Самоцветы, к оружию! Выбери гранат. Выбери способность.
Выбери цель! Жбаньк! Увидев звезду, щелкни где угодно для бонусной атаки. О, кстати, я про это забыл. Тонч! Ты великолепный, как всегда, гранат. Спасибо, Стивен. Я не гранат. Я гранателло. Эй, оставьте для меня. Вот. Копьецом, как говорится. Че этого добиваем? Что ж ты такого избиваешь-то сильно? Вполне неплохо, жемчужинка. Ой, ну спасибо, аметист. Но мы еще не в расчете. На применение способности расходуются звездные очки, кстати, да. Конец хода. Зажижайся. Тоже звезду надо ловить, я помню. Выбери Стивена, что он умеет? Он умеет лечить. А так, на лечение звезды не было. Ничто не остановит тебя, жемчуг. Твоя похвала, все, что мне нужно, Стивен. Давай посмотрим, что у тебя есть. Оу, май, у нее есть хлызда. О, смотри, как он веером стал бить. Ну, типа массовуха, но я должен попробовать. И... Поздно! Поздно хлыстнул! Зажида! Адага. Так, ты лечи давай. А ты давай закаляй его колышком. И... Пам! Пам! Это можно было уже не бить. Победа! Бедидит! О, опыт! Прикольно. Обычное дело. Так, это сумка с печенькой-кошкой. Это я помню. Поехали дальше. Ну, пока все прикольно, по-моему. Ой, что это такое за лицо черное? Blackface. Нет, это был Blackhead. Blackhead. Ага. В чем дело, Стивен? Вы видели? Ну и дела. Это что-то таинственное, что еще хочет нервы. Если это так, я за этим и пришла. Да, точно. Продолжайте двигаться, вы двое. Странноватый перевод, ладно, поехали дальше. Ух ты, вот это ворота. А там призма живет. Дворечек. Она как-то так сказала, а не дворец. О! Кто это? Ромб охраны? Это ты. О, привет, гигантское лицо. А, меня зовут... Демонтоид. Демонтоид, с кем это ты говоришь, а? О, в общем, я... Это он! Боюсь, что дворец света сегодня закрыт. Так что очень сожалею, до свидания. Как грубо. Похоже, нам придется самим войти. Подходишь так и ногой. С ноги входишь. Привет, не ждали, я Стивен. Я его сейчас научу. Этот барьер выглядит как техническое устройство призмы, но еще более навороченное, чем прежде. Даже не знаю, как мы откроем его. Я уже научил. Может быть, спросить того парня? Это парень? Стивен, Стивен, это твоя старая призма? Не может быть! Что ты здесь делаешь, приятель? Я думал, ты отправился повидать мир. Не этот мир, конечно, другой. Я имел в виду Землю. О, ну говорит со мной. О, ты хочешь нам что-то показать? Ого. Это что, корова четырехсотковая? О, теперь ты так выглядишь.
А что он говорит, Стивен? Призма выбрал себе имя. Познакомьтесь, это Джордж! Джордж! Ты потрясающе выглядишь, я так горд за тебя! Джордж, мой славный малый! Добро пожаловать в команду, Джордж! Джордж вообще лютый какой-то, крутой. Вы думали, это Джордж? Нет, это Дио. О, думаю, что ему нужно отдохнуть. А нам нужно двигаться вперед. Смотри. А он сделал дырку, наверное, да? Джордж молодец. Ну что ж, решено. Побежали все. А я могу местами переставлять, кстати, своих девчонок? Нет, ладно, побежали. Оп, чпоник, чпоник. Звездный фрукт добавляет 3 звездных очка в битве. А, это я помню такие штуки, да, они вкусные. Опа, битва. Еще световые лузеры. Лузеры? Стивен, а где наше новое секретное оружие? Он не хочет воевать, только если не, это не абсолютно необходимо. Все нормально, Джордж. Если не хочешь быть оружием, то и не надо. Я точно знаю, что ты нам еще пригодишься. Что ж, не беда, мы справимся. Вот я могу ее туда переставить? Как мне это сделать? Да я не хочу гранат выбирать. Блин. Ну начинается. Выбери гранат. Я хотел обхитрить, отмену нажал. Мне говорят, все равно выбери гранат. Я хочу с хлыстом похлыстать их всех. Фиг с тобой, золотая рыбка, давай дальнего. Щелкни, когда звезда станет фиолетовой для идеального действия. Это что-то новенькое. Но мне кажется, я в это не буду никогда попадать в фиолетовое. Когда члены команды помогают друг другу или выполняют идеальные действия, заполняется полоска дружбы. Вау, новые механики. Заполни полоску дружбы до конца, и получится кое-что классное. Заинтриговали, блин. Полоску дружбы. О, смотри, по 7 сразу лупит. Хорошо, погнали. Поздно. Пока примастыришься, где тут полоска дружбы. Друзья, я чуть не забыл. Даже в самой трудной ситуации всегда можно положиться на... Рюкзак Чизбургер! А, спасибо, вы хотите звездный фрукт мне слить? Ну ладно. Рюкзак Чизбургер! Трюглом. Ну давай заколем кого-нибудь. Того дальнего давай. Вот что-то заполняется, смотри, потихоньку. Но теперь это точно конец хода. Защищайтесь! А я сам себя лечить могу? О! Я выбираю тебя! Прям мастер ты, посмотри! Фигари налево-направо! Мы сделали это. Брю-брю-брю. Рюкзак можно использовать вне боя. Ну и зачем мне печенье-кошечка, если... Ну, дать предмет. У меня все фулл хп. Ну спасибо, они еще и печенье-кошку меня слили. Три ключа какие-то надо воткнуть. Еще один световой барьер. Эй, Джордж, поможешь нам? Не, Игорь, здесь нужно 3 ключа, ты что, не видишь? Замочные скважины. Oh,
О, все хорошо, малыш, спасибо за попытку. Этот барьер крепче предыдущего. Нам нужно найти ключи, чтобы разблокировать его. А, ключи! Их всегда так трудно добыть. Если не... Есть! Вот она. Мне удалось получить доступ к ее передачам. Что за передача? Я на пути в колонию 215 кристальной системы. Идет первая фаза. Что это значит? Колония 215 — это добывающая колония на небольшом спутнике. Принадлежит желтому довольно далеко. Судя по своим, по всему. Если мы не можем пройти и дальше во дворец, то можем проследовать за самого Демонтоид. О чем я и говорю, пора бы в путь! Погоди, погоди, я пока еще не готов. О, диван. Вот я за секреткой шел. Звездная дыня. Добавляет одно звездное очко. Каждый ход в течение следующих 9 ходов. Такого раньше я не помню, чтобы было. А здесь есть секреточка? Так... Можно довольно быстро передвигаться, оказывается, это удобно. Они догоняют потихоньку. Опа, золотой сундук. Добра. Оу. В чем дело, Стивен? Просто сундук с сокровищами, ничего особенного. Сундук с сокровищами! А, вот такой дух мне нравится. Окажи нам честь, Стивен. И... Ага, ты все еще в восторге от такого, да? А как же еще? Скрываемся. Трэжи, трэжи, что-то там. Так, это я помню, это раньше было. Это тоже было. О, я нашел этот, как его, портал. Не волнуйтесь, друзья, когда мы найдем Демонтоид, есть шанс, что она послушает нас и отпустит свою призму. Да, но мы должны быть готовы к другому исходу. Демонтоид, нам нужно больше узнать о ней. Вы, ребята, направляйтесь к тому спутнику, а я пойду другим путем. Хорошо, будь осторожна, жемчуг. Ой, это самая хреновая идея разделяться. Может быть, кто еще из наших друзей захочет присоединиться? А может быть, кого-то сейчас смогу выбрать? Телепортейшн. Капец, он поет как Олежа. Сейчас что-то будет. Вау, это что это? Ляпис, ты пришла. Трубецкой, что ли? Собственной персоной. Ляпис Трубецкой. Она также поет. Простите, друзья, я запоздала. Хочу помочь в этот раз. Почему Кларенс вы ее называете в чатике? Это же Ляпис. Ура, друзья! Ну ладно, видимо, она нас поддержать пришла. Давай сюда вниз. Ой-ой-ой, я нарвался на засаду. Полностью готова. Проверим, что она умеет. Что это такое? О, так и есть расположение. Выбери Ляпис. Щелкни на хреняпис. Все-таки есть расположение изменения. Что это, волна? Оу. Отлично! Смываю! Ух, неплохо смывает! Вот так вот это делается. Неплохая атака, мне понравилось. Что у нас две осталось, но за двоечку я могу только кулачками поработать, да? Банч! Жбан прям ему! Ой-ой-ой, что-то выпало. Дингхенд! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Она была щелкать, да? Ой, не люблю получать удар. Она миленькая, кстати. Что, опять перестроение? А что это за значок?
Ты можешь скрываться от врагов, отдаляясь от них. В течение хода персонажа нельзя будет выбрать целью. Ты повышаешь уровень угрозы, перемещаясь ближе к врагам. Этот персонаж с большей вероятностью станет целью. Один раз за ход я могу это делать. Перемещение. Понял. Любопытно сделали. Так, три атаки осталось. Ну что, волну пустим. Уху, смываемся. А что это такое было? Дополнительный какой-то вымыв. Что-то на 18 сначала, а потом еще на 14. РПГ Стивена, освоить основы. О, мне еще и ачивку дали. Вау. Прикольно. Погоди, там вроде какой-то проход есть, нет? А зачем я сюда ходил вообще? Оп, ё-моё, еще двое. По двоим не заденет, да? И смывка тоже не получится. Так, а если мы ее вот сюда? О, давай. И... Хыдыщ! Как так поздно? Ну как так поздно? Почти. Вот если поздно не сделал, да? Отличная защита, Стивен! Хилимся. Давай ее хилим. That's better. О, дабл хит. Давай, по Стивену ударь. Ударь по Стивену. Ну куда ты бежишь? Полоска дружбы заполнена. Щелкни здесь, чтобы в любое время, чтобы использовать мощную способность. Ну не сейчас же, господи, ну зачем? Че, это массовый захил, что ли? Любовь! О, реально массовый захил. Масхилочка подошла. Ну, такое. Ну, наверное, когда-то пригодится. А что, волна? Прощай. Мне нравится. У нее и атака мощная, и за три она хороша. Она даже круче, чем хлысточок наш. Хотя у нее, может быть, показатели просто другие. Надо посмотреть, кстати, по показателям, как у нее... Атака 18, ну еще бы, теперь понятно, почему у нее такая мощная атака. У нее 18! Удачи, правда, нет, я уже не помню, правда, за что удача отвечает. Так. Оп, сундучок, смотри, а там секреточка была, оказывается. Ключ! Я нашел зеленый ключ. Надо туда вернуться. Я же не могу сюда. Слишком далеко. Давай быренько вернемся. Надо было сразу сюда сходить, да? Кто же знал, кто же знал. Направо. А, вот, собственно, и дверь, куда нужен ключ вставить. Воткни и проверни. Да, именно так. Но мне нравится, что они вернули боевку первой части, кстати. Опа, еще один ключ. Призматический. Стивен, смотри. Солидный ключ. Кажется, от чего-то влажного. Важного. А слушайте, мы наверняка сможем открыть этим ключом ту радужную дверь во дворце. Ну, это было логично. Миленько. А теперь мы можем задать сбучку тем двум нахальным призмам. Я тут такое не понял. Ничего личного, Джордж. Что скажешь, Стив? Возвращаемся в этот безумный дворец? Еще нет, я не готов. Погоди, тут еще что-то есть наверняка. 50 опыта с гранат. Стивен прав. У радужного барьера 3 замка, значит, надо 3 ключа. Ну вот, а я-то думала. Уверен, что скоро мы отыщем и 2 других за дело. За дело. А, все, новый мир, да? Жалко. А пройти можно? Там секретка какая-нибудь.
Этап 1-1. А, я все прошел, смотри, все секретки нашел, сундук нашел. Этап 1-1 пройден на... 1%! А, чё, как? Чё теперь делать надо? Карта? Карта надеть? Мне надевать нечего. Вау! Значит, 3 секретки, ребят. 1 ящик и 1 ключ. Ну, надо еще мочкануть одну. А тут какое-то сплошное вступление, да? Ой, что это за дрель? Что за кнопка? Эй, Стивен, а знаешь, что это приключение мне напоминает? Одно из тех РПГ, что ты мне показывал. Оу, Стивен. Хотя ни у кого из нас нет мечей или шипастых волос, а во всем остальном очень похоже. Ляпис, ты просто на моем языке заговорила. Идеальная, согласен, она самая симпатичная из них. Что за красный свет? Опа, опа, погоди, конфетка. Стоп, а направо нельзя, да? И куда ты? Надо проверять секретки, да? По-моему, как-то можно было секретки еще вскрывать нажиманием кнопочек, нет? Надо вспомнить, как это работало. О, вкусняшка. Ну что, вниз? Так, там какой-то финиш налево, значит, нам направо. Наверх. Ой, я мужиков нашел. Hello. Так, они стоят здесь. Значит, мне нужно Ляпис поставить и пустить волну. Excuse me. Incoming волна. Ну, мне, кстати, очень просто попадать на отлично. А, столбик только по первому. Столбик только в первого входит, понял. На тебе плюху. О, чпонька из него вылез. Отличный дефенс, Стивен! Стив, ты крут, I believe in me. Я верю в себя. Мне нравится ее атака, она сильная, мощная. Еще массовая. Крута вообще. Новый уровень! Что бы это значило, дайте 3 очка здоровья, 2 атаки, 2 защиты! Что и все? Что-то еще есть? Один. Что один? Значки, костюмы. Улучшение. Вау, тут еще целое дерево улучшений есть. This is gone. Back together. И как это тратить? Сверху вниз, что ли, идет? А, повышает здоровье гранат на 5%. Повышает атаку на 5%. Ну, типа, думай, что тебе лучше. Но я, наверное, я не знаю, как я буду использовать, если честно. Больше как защитницу какую-то. Но она у меня всегда стоит на первых рядах и впитывает. Может быть... Ну, можно пока не качать, я думаю. Потом разобраться с этим делом, как лучше прокачать. О, секреточка. В кустах. Рояль такой в кустах, на. Воу, новый монстр. Они на одной линии, да, стоят? Я прав? На верхней, да? Хорош. Давай в дальнего, может быть, жахнем. Неплохо, дальний, ты крепкий пацан. Если вообще пацан. Я не уверен, что я крепкого пацана завалю. Сколько там было? 13 плюс 14. А, ну, в принципе, наверное, завалю. На! На, у нас же атака выросла. Чпоньк. Готовченко. Отличный дефенс, Витёк. Самозахил. Ну и плюшечку ему. Отлично. Смывайте, пацана. Чего они здесь охраняли? Вау, Стивен тоже левелапы получает. Ого, новая способность, бросок щита. Атака наносит небольшой урон нескольким целям. Можно также атаковать летающие цели. А, летающие.
Уровень персонажа, да, чпоник. А, у него эффект лечения. Вот, вот это интересно, кстати. Повышает здоровье, либо лечебный эффект. Вот давай сразу жахнем его. Все равно меня не отпустят, если я не прокачаю. Не знаю, для чего они здесь стояли, но я опыт с них поимел. Опа, это кто такой? Ну и дела, это еще одна передот. Ух ты, это же Стивен. Стивен, будь осторожен. Да уж, встреча с новым передот никогда ничего хорошего нам не сулила. Я дам вам то, что вы заслуживаете. По жопе, извиняюсь. О, погоди, в этом нет необходимости, давай просто получай это. Приветствие аванпоста КЗ колонии 215. А? Чем вот так сделал просто, да? И что это? Я имею честь принять вас, новый лидер Стивен. О, что ж, это очень мило. Но ты можешь называть меня просто Стивен. На самом деле я не твой лидер, и рабочие этой колонии внимали вашему вещанию каждый солнечный цикл. То есть пока Демонтоид не запретила все каналы из родного мира. И если подумать, запретила даже говорить о вас. Ох. А где нам найти Демонтоид? Ох, боюсь, это далеко за пределами того, что я могу знать. Я отвечаю только за вот эти вот кнопки. Не парься, держись, подруга. А это подруга? Да, мой Стивен. А что тут в этих красных штуках? Опа, ключик. Это была подруга. Если вы не поняли. А, ты снова хочешь поговорить со мной, новый лидер Стивен? Пр-пр-пр-пр-пр. Салют. Так, великолепно, спасибо. Нет, я хотел, думал, может быть, что-то тут нажать могу, но, видимо, нет, не могу. Ладно, выезжаем отсюда. Надеюсь, я никакие секретки не проворонил. Я ж такой вообще внимательный. О, нас здесь ждали. Это засада, пацаны! Так, ну, водичку по ним пускать нет смысла большого. Кстати, можно посмотреть, что щит делает. Оу, щит. Да ладно. Вот так вот, прям на халяву. Нормальная, кстати, атака. Ой, все равно не попадаю, да, по всем. Косячок. Тогда продолжаем изи-пизи делать. Удача прокнула. Минус один. Жалко, что только минус один. Так, у нас там вкусняшки были. Ну-ка давай жахнем. Звездный фрукт. Хотел пацана добить. А, вот звездный фрукт вернулся. Я из него выбил его. Да, пару ударов. Но! Ой, хорош! Неплохо выдало. Странно, говорили, вроде как три секретки должно быть. Я только одну нашел. Или вообще не нашел. Гольф квест мини. РПГ с мини-гольфом. А, рассчитано и на казуальных, и на хардкорных игроков. Это вставить можно, да? Но я в Стивена буду вставлять. Плюс две защиты. Вот. Окей. А можно узнать процесс вообще на карте сейчас? Что я сколько открыл? Видимо, нет. А вот здесь секретка, наверное, да? Secret,
Нашел секретку. Кстати, в секретке ключ лежал. Такое возможно вообще? Внимание, вопрос. Я все нашел, что хотел? Да, я все прошел. А я могу... А, я могу не уходить с уровня. Все, я могу посмотреть, что я что-то не нашел, и пойти искать еще что-то. Все, понял. Идеально. Так, ну, что я могу сказать? Да хорош вообще. Мне нравится. Я за, ребят, чтобы пройти прямо от корки до корки. Но мне понадобится ваше волеизъявление под видео. Лайк ставьте. Пишите комментарии, типа, Витёк, давай продолжай. Но тогда Витёк реально найдет себе силы и продолжит. А пока... Ну, молитесь, если вы за игру, чтобы другие тоже были за нее. До встречи в следующей серии, надеюсь. Ну, пока-пока.